Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Останній місяць зими супроводжується вірусними захворюваннями, а зараз ми активно боремось з COVID-19. Тож, як розрізнити одне захворювання від іншого та знайти правильне рішення, аби вчасно вилікуватись? З цим питанням звертаємось до гостя, яка вже прийшла до нашої студії. Віра Войтенко, завідувачка Підгороднинської амбулаторії загальної практики, лікарка сімейної медицини вищої категорії. Дуже рада бачити вас, пані Віро, сьогодні в нашій студії. І ми, звичайно, будемо говорити про те, що зараз відбувається, і як звертатись до сімейного лікаря, за яким принципом, як правильно це робити, аби не нашкодити і собі, і своїм близьким. Тож, чи частіше стали зараз люди звертатись саме до сімейного лікаря? Да, конечно, реформа здравоохранения идет, поэтому многие уже выбрали себе своего семейного врача, поэтому пациент в случае заболевания должен связаться со своим семейным врачом. Если вы еще не имеете такого, то неотложную помощь вам окажут в ближайшей амбулатории и предложат выбрать своего семейного врача, с которым вы сможете в дальнейшем работать. І одразу, якщо вже ми от говоримо про тих людей, які не обрали ще і не визначилися, то якою є процедура на сьогоднішній день? Тобто, що потрібно одразу зробити? Бо люди, наприклад, не знаючи, що вони можуть підписати угоду так сімейним лікарем, так, думають, що медичну допомогу можуть їм не запропонувати. Нет, неотложную медицинскую помощь окажут любому пациенту, обратившемуся в лечебное учреждение. Да, конечно, с собой в идеале взять паспорт, идентификационный код, и чтобы у вас был свой телефон, для того, чтобы вы могли подписать декларацию с врачом, которого... Одразу. Да, так? Тобто це все зробити можна зразу? Да, это помощь окажут сразу, выделят время, когда вы сможете это оформить документы, и вы уже в следующий раз будете знать своего семейного врача, и вы сможете для дальнейшего лечения обращаться именно к нему. З якими питаннями найчастіше звертаються зараз до лікарів сімейної медицини? Ну, в серії всіх событий інфекційних заболівань, які у нас зараз йдуть, то в основному це з різними респіраторними заболіваннями. Не обов'язково з ковідом, простудні заболівання і інші респіраторні інфекції зимою, як правило, обостряються. Тому пацієнти до нас звертаються з цими симптомами. На ваш погляд, чи стало зручніше саме в такий спосіб лікуватись? І адже звертаються не лише по таку допомогу, от, про яку ви тільки що сказали, а ще і з різноманітними травмами, ускладненнями і так далі, і так далі. Ну, острые травмы оказываются в помощь в травмпунктах, которые размещены в городе. Для дальнейшего пациент обращается к врачу, к семейному, для направления для дальнейшего лечения. Также пациент имеет право напрямую обратиться к травматологу, если это травма. Угу. Если это хронические заболевания, то все равно надо поддерживать коммуникацию со своим семейным врачом, для того, чтобы правильно поступить в любой ситуации. Тобто для меня, например, так? удобнее, чтобы пациенты связывались со мной по вайберу. Если я в этот момент осматриваю какого-то другого пациента, я не могу взять трубку. Но в свободное время я сразу отвечаю на все вопросы и решаются все. Регистратура, которая отвечает, моя медсестра может ответить на телефон, который находится у нас на рабочем месте. То есть всегда можно найти выход из любой ситуации. Тобто це не ускладнення. Якщо у вас дуже багато пацієнтів, можливо, а потрібно звернутися, можливо, з хронічною формою, і людині доводиться довше часу витратити для принципе, того, щоб... При нормально сложеній комунікації між пацієнтом і врачом, і лечебним учреждением завжди можна знайти компроміс і рішити будь-яку проблему. Так, ну, в принципі, якщо вже люди знайшли для себе такий шлях і поновили свої стосунки от зараз з сімейними лікарями, так, тобто ми зараз не говоримо про те, що було колись раніше, а зараз будемо спиратись на нововведення, то зручно. І, можливо, люди вже Есть зараз свои мають. Нюансы, есть свои сложности, но пациент должен понимать, что если ему это плановый визит к какому-то узкому специалисту, то он заранее может записаться на прием и получить свое направление. Если же это неотложная ситуация, которая решает сейчас проблему, это решается сейчас. Точно так же, если пациент стоит на диспансерном наблюдении у какого-то из узкого специалиста, ему направление уже семейного врача, однажды попав к этому специалисту, уже не нужно это
этот специалист сам выдает направление, назначает визит пациента повторно. С приводу лікарняних, як їх отримати і чи обов'язково тоді пацієнтові звертатись лише до сімейного лікаря? Лікарняний лист в зв'язку з хворобою, де лічиться у сімейного лікаря, так, це до сімейного лікаря. Якщо лікарняний лист видається якимось вузькопрофільним спеціалістом, то вузькопрофільний спеціаліст сам видає цей лікарняний лист. Так, тобто все зрозуміло, якщо тут не треба розбиратися особливо, все є і все можна дізнатися у тих медичних закладах, до яких ви звикли. Место нахождения лечебных учреждений не изменилось. Регистратура отвечает на эти вопросы. Во многих лечебных учреждениях появился колл-центр, который облегчает это решение любой проблемы. Всегда коммуникация должна быть, но каждый человек должен знать номер регистратуры, номер своего семейного врача и тот предпочтительный способ связи, который уже выработался между пациентом и врачом. А если сейчас, например, людина почувається не дуже добре, у неї є підвищена температура і, можливо, нежить, так? Такі перші симптоми, з якими треба щось негайно робити. То якими повинні бути її дії? Но если человек почувствовал себя, любые проявления респираторной инфекции, это повышение температуры, это насморк, першение в горле, заложенность носа, кашель, ну и другие симптомы, не надо сразу идти в поликлинику, связаться со своим семейным врачом, выработать алгоритм общения, алгоритм ведения. Больничный лист сейчас может выдаваться без осмотра пациента при коммуникации врача и пациента. Врач уже определяет, нужно ли неотложно посмотреть этого пациента, можно отсрочить визит и назначить его там через 2, 3, 5, 7 дней, когда это уже будет нужно, или же пациента надо срочно госпитализировать. И отсюда уже вытекают все механизмы, пациент следит за своей температурой, обильно пьет, принимает симптоматическую терапию, то есть это жаропонижающее, если температура повышается выше 30 или 38,5, в зависимости от возраста и хронических заболеваний пациента. Это симптоматические, то есть промывание носа, закапывание сосудосуживающих препаратов, которые облегчают. Вот основной такой симптом, который отличает коронавирус от других, это потеря обоняния и вкуса. Но потеря обоняния может быть и при других респираторных инфекциях. Ну, здесь промыв, но закапо-сосудосуживающие запахи возвращаются, и пациент чувствует себя лучше. При коронавирусе сосудосуживающие не будут помогать сразу, и это один из критериев, когда пациенту стоит об этом сообщить своему семейному врачу. С приводу виклика швидкої, якщо людина дійсно вже дуже погано себе почуває, ось як бути в такому випадку? Обов'язково треба сімейному лікарю зателефонувати? Чи одразу можна звернутися до швидкої? Смотрите, протоколи лечения пациентов, который прописан у нас и неоднократно он переиздавался, предусматривает, что если у пациента температура выше 39, и она не сбивается с жаропонижающими средствами, если его идут нарушения сознания, если у пациента задышка, которая не купируется, то ждать приема семейного врача или связи на следующий день с семейным врачом нет никакого смысла. Пациент вызывает скорую помощь, врач или фельдшер скорой помощи определяет действительно. Ну, человек имеет такую склонность иногда переувеличить свои симптомы. Плохо для каждого человека, это звичайно, своя грань. Звичайно, так. Поэтому тут уже медработник оценивает эту ситуацию. Если она действительно требует неотложной помощи, пациента госпитализируют в отделение. Если же его состояние купируется дома, и ему корректируют его состояние, и уже на следующий день, да, обязательно надо связаться с семейным врачом и сообщить о изменениях в своем состоянии. Сейчас многие дома имеют свои пульсоксиметры. Единственное, что хочу предупредить, что должны все-таки покупаться в сертифицированных это магазинах медтехники, которые, да, действительно соответствуют. И измеряется, ведь сатурация кислорода, то есть насыщенность организма кислородом, является одним из показателей госпитализации или не госпитализации. Таким образом пациент тоже может мониторировать свое состояние и
ежедневно разработаны такие таблицы, по которым мы пациенту говорим. Обязательно напишите нам свою температуру, свою сатурацию, если есть чем померить. Есть частоту дыхания, частоту пульса пациент тоже. Если он взрослый и адекватный, он может это себе измерить. Или же члены семьи, которые живут вместе с пациентом, могут ему в этом помочь. И сообщить своему семейному врачу. Тогда и врачу легче, и пациенту не надо меньше контактировать, меньше посещать лечебные учреждения. Тут уже врач определится, когда его надо действительно посмотреть. Ведь осложнения, как правило, при ковиде развиваются от 5 до 7 дня заболевания. Тогда действительно надо посмотреть, послушать, определиться, есть ли эти осложнения или же их нету. В основном это заболевание протекает в легкой форме, и далеко не все пациенты госпитализируются. Глобальная масса пациентов остается под наблюдением семейного врача и счастливо выздоравливает. Пані Віро, з вашої практики, ось як відбувалось лікування, чи були найтяжчі випадки, розкажіть трошки про це. Да, тяжелые случаи были. В таком случае мы госпитализировали пациентов. Пациенты, слава богу, возвращались здоровыми, точнее, выздоравливающими. Это длительный процесс выздоровления. Средние, тяжелые, тяжелые формы – это выздоровление достаточно длительное. Пациент еще чувствует и слабость, и одышка, и не сразу восстанавливается сатурация. Но процентов 90-95 пациентов остаются у нас, мы их наблюдаем. Виздоравлюємо, виписуємося, приступаємо к труду, учобі і прочим. А це який період часу? Місяць-два? Ну, коли вже людині зовсім добре, і вона може... В легкій степені на 14-15 день йому становиться хорошо, і він не має ніяких інших симптомів. Рентгенограма, аналізи крові елементарні, які робляться в будь-якому лечебному учреждении, вони підтверджують його виздоровлення, і ми його виписуємо к труду. З приводу тих захворювань, які ще будуть, і лютий та березень, це обов'язково, ми готові вже до цього, так? І, звичайно ж, потрібно зараз нагадати людям, як себе поводити, аби менше хворіти. Ну, любые профилактические мероприятия, которых уже неоднократно всем со всех экранов и со всех изданий говорили, это дистанция. То есть старайтесь дистанцироваться друг от друга. Ведь один пациент, точнее человек с легкой степенью или бессимптомным носительством коронавируса может заразить уйму людей, которые находятся тут. Он не знает о своем заболевании, а передает это заболевание. И тот человек, который с ним контактировал, может перенести в тяжелой и очень тяжелой форме. Были такие семьи, когда один в легкой форме перенес, а все остальные члены семьи достаточно тяжело это переносили. Ну, переважно дети, так? Переважно дети легше переносят. Ну, молодежь, дети, да. Как правило, это молодое поколение легче переносит. Хотя есть дети, которые достаточно тяжело это переносят, поэтому родителям тоже надо на это обращать внимание и обязательно проконсультироваться со своим врачом, педиатром или семейным врачом о состоянии этого ребенка. Так. З приводу дорослих людей вже ми сказали, так, що треба обов'язково робити, а можливо є якісь ще профілактичні засоби, про які менше говорять, з приводу підтримки імунітету. Ну, иммунитет – это закаливание. Другого метода поддержания – это проветривание помещений, это здоровый образ жизни, это здоровое питание полноценное, это прогулки на свежем воздухе. Все те мероприятия, которые и при гриппе, и при различных респираторных заболеваниях, и при ковиде имеют свое. Иммуностимуляторы принимать нельзя. Это тот препарат, который… Об этом надо говорить, потому что любовь наших пациентов принимать все, а потом уже обращаться к врачу – неискоренимо. Антибиотики – это тоже те препараты, которые принимать без назначения врача не то, что не стоит, а ни в коем случае нельзя. Потому что антибиотикорезистентность, которая вырабатывается в организме, потом очень тяжело переносятся все заболевания. Антибиотики перестают действовать на этот организм. Люди зараз все одно мають таку звичку. От стало трошки зле, пішов в аптеку, купив собі, там, насипав якийсь порошок і все. В любой аптечке должны быть жаропонижающие. Это те препараты, которые вы будете
сбивать высокую температуру. Должны быть симптоматические. Это солевые растворы изотонические для промывания полости носа, какие-то растворы для полоскания горла, это таблетки или порошки, симптоматически снимающие ломоту в теле, снимающие заложенность носа, общую слабость, дезинтоксикационные средства, которые, потому что при том же ковиде возможны и понос, и рвота, и прочие симптомы. Хотя это тяжелые симптомы, о которых сразу стоит задуматься и обратиться в лечебное учреждение. Пані Віро, насправді, ніби все вже сказали, так, з приводу і профілактики, і тих заходів, які потрібно зробити в першу чергу будь-якій людині, аби донести доступну інформацію. Але ж дуже часто так стається, що чомусь звертаються вже з тяжкими наслідками. Як ви думаєте, чому саме так відбувається? Останнє питання до вас. І що треба зробити, аби таку звичку викорінити? Ну, смотрите, это, в принципе, эпидемия совершенно по-другому заставила смотреть на свое состояние и пациентов, и врачей, и вообще общества. Поэтому просветительская деятельность всегда должна продвигаться. А как бы мы об этом ни говорили, нельзя паниковать. Паника никогда не помогает, она всегда приводит к ухудшению состояния. Да, надо выработать, обращаясь к более молодому поколению, не забывайте о своих стариках. Они считают, что они попили травки, они выпили чайку, и это все пройдет. Следите за своими близкими. То есть здесь должна быть и сообщество не только медиков и пациентов, но и внутрисемейные какие-то связи, которые помогите, проследите, позвоните, узнайте о состоянии, не затягивайте. Да, не надо бежать в первый же день заболевания, но обязательно надо обратиться к врачу до того, когда у вас разовьются тяжелые осложнения. Звичайно, слідкувати. Слідкувати за собою, за своим близким в першу чергу. И сознательно. Вот если ты заболел, не стоит идти на работу. Не спасет тебя это один день посещения работы, но ты сможешь вывести из строя целый коллектив. Поэтому общественная сознательность тоже должна срабатывать. Я вам дуже дякую, пані Віро, що стільки всього зараз розповіли. І дуже добре, що є ті настанови, на які треба звертати особливу увагу. Тож хочеться, щоб всі ми з вами були здоровими, щоб справді минували нас ці всі проблеми, і ми поскоріше вже вийшли з цієї епідеміологічної ситуації. Хочеться насправді вже свіжого повітря, як то кажуть, так? Тож будемо сподіватись, будемо дякую, всі здорові. Дякую, будемо всі здорові і щасливі. Так. Ну і, звичайно ж, ми висловлюємо вдячність Центру громадського здоров'я за підтримку і будемо чекати вас ще у нашій програмі. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. Дякую.